Возвращаемся к событиям в городе. 9 мая междуреченцы собрались на площади Весенняя. С самого утра поздравляли земляков. В первых рядах – почетные гости, ветераны, труженики тыла, дети войны – около 60 человек. День Победы – главный праздник для них. Телеканал «Июнь» вел прямую трансляцию. Мы поговорили со свидетелями Великой Отечественной. Вы пережили все эти события, все тяготы, были совсем крошечным. Что можете сказать нынешнему поколению? Что пожелать? Вот, чтобы не было войны, это основное. Ну, чтобы мир был на земле. Я желаю победы, праздника Победы. Сегодня поздравляю с таким великим праздником Победы. Желаю здоровья и семейного благополучия. Любите жизнь. Дорогие ветераны, уважаемые труженики тыла, жители благодатного Ленинграда, узники концлагерей, вдовы погибших солдат и офицеров, уважаемые междуреченцы, примите самые сердечные поздравления с самым светлым и святым праздником, с Днем Победы! День 9 мая вместил всю нашу гордость за подвиг отцов и дедов, нашу вечную благодарность за то, что в жесточайшей борьбе отстояли честь и независимость нашей Родины. Желаю вам, уважаемые междуреченцы, вашим близким, друзьям, счастья, здоровья и благополучия. Пусть в ваших домах будет взаимопонимание и согласие, душевное тепло и уют, уверенность в стабильности в завтрашнем дне. Я сердечно поздравляю вас с Днем Победы. Пройдут года, но мир никогда не забудет вашего подвига. Наше поколение обещает вам, что День Победы будет всегда главным праздником нашей Родины. И ночи у мартеновских мечей не смыкал.